Солнечный день, улыбки, цветы, полевая кухня, а главное – общий душевный настрой сделали 9 мая ярким и запоминающимся. Продолжились торжества и вечером. На площадке кинотеатра «Искра» состоялся концерт в честь Дня Победы. Подробности вам расскажет наш корреспондент Татьяна Акимова. В течение всего дня 9 мая возле кинотеатра «Искра», где проходили народные гуляния по случаю Дня Победы, было многолюдно. Но к вечеру, как говорится, яблоку негде стало упасть. Всех участников районного праздника, видновчан, гостей города объединяло одно – радость великой победы и гордость за нашу родину. Многие приезжают к своим родным, вспоминают про бабушек, дедушек, как бы соединяются, празднуют все вместе, поздравления. И вообще, дай бог, чтобы такое счастье продолжалось всю жизнь, и не было никаких раздоров. Этот праздник всех объединяет, что в такие дни люди становятся намного ближе друг к другу. Сегодняшний день считается самым главным. Замечательный праздник, тем более еще Крым присоединился к нам. Очень радостно. Великая гордость. Просто аж до слез переполняет, когда праздник такой, День Победы. Я очень счастлива, что я живу в России, что я русский человек. Нынешней жизнью под мирным небом в свободной стране мы обязаны старшему поколению. Тем, кто добывал победу над фашизмом на фронте и в тылу. И в этот вечер горожане с благодарностью вспоминали наших воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Мы помним этот праздник. Не надо забывать про ветеранов. А ради того, чтобы мы сюда приходим, ради того, чтобы увидеть улыбки ветеранов. Спасибо, да. Мы поздравляем наших ветеранов с этим очень большим праздником. Мы желаем им здоровья. Это прежде всего. Если бы этого не было дня, мы бы сейчас так не жили. Не было бы таких праздников, не было бы так хорошо. Этот день, 9 мая, особенный для всех, в том числе и для артистов, которые выходили на сцену. Это не только святая обязанность каждого нормального артиста и часть нашей работы. Это просто зов сердца, потому что это, я считаю, судя по параду, который я сегодня видел в Москве, в Севастополе, это, конечно же, самый великий для нашей страны день, 9 мая. В исполнении известных коллективов и артистов для видновчан звучали любимые песни советских композиторов, мелодии из фильмов. Но все же особое место занимали песни военных лет. Искрая улица по городу идет. Значит, там туда дорога, значит, там туда дорога. Искрая улица на запад нас идет. Хорошее настроение, ребенок очень доволен. А это самое основное. Очень хорошее настроение, и концерт очень нравится. Почти 70 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. Но и сейчас, как и много лет назад, 9 мая – самый главный праздник для россиян. Трехчасовой праздничный концерт, объединивший видновчан и подаривший им незабываемые эмоции, по традиции завершился ярким красочным фейерверком. Татьяна Акимова, Константин Брылов, Елена Кошелева.